Новая, но такая же. Мозаику на фонтанах Старозагора восстановят. А точнее, сделают копию той, что украшала чаши несколько десятилетий назад. Сейчас реконструкция идет полным ходом. На участке от 22-го партсъезда до Новой вокзальной в порядок приведут цветники, тротуары и дороги. Заменят бордюры, установят новые фонари, лавочки и урны. Новую жизнь обретут и фонтаны на улице Старозагора. Долгие годы под слоем бетона был скрыт уникальный рисунок, выложенный мелкой плиткой. Он располагался в чашах фонтанов. Обнаружили мозаику, когда начали делать ремонт. Спасти старую плитку оказалось невозможным. Ее залили бетоном много лет назад. Было принято решение, что фонтаны приобретут первоначальный облик. Старую плитку поменяют на новую мозаику, которая будет максимально соответствовать эскизам 70-х годов. Тогда их не удалось сохранить. Видимо, была ошибка сделана в том, что когда отливали вот эти чаши фонтанов, они были недостаточно герметичными. И строителям ничего не оставалось, как залить, проложить слой гидроизоляции и залить новым слоем бетона, чтобы восстановить герметичность чаши. Таким образом, мы потеряли эти мозаики. Теперь, когда мы их вскрыли, скорее всего, сохранить их не удастся. Нужно будет их просто восстанавливать. Сейчас мы переговоры ведем. Мы сейчас определились с людьми, кто может это сделать, с художниками. Они сделали предварительные сметы.